Так, как же все-таки выглядит центр управления? Полагаю, это большое здание, созданное людьми. Прошу прощения, гоблинов. Видишь что-то подобное? Нет. Привычище, это НЕК 2. Глава 6, часть 1. И мы сейчас находимся в пустошах, где ищем центр управления. Собственно, как ты уже слышал от Лукаса. И где-то здесь оно, возможно, закапано. Закопано. Какой интересный жучок. Значит, я буду сейчас везде тут лазить, просто капец как. Меня даже не задело от взрывной вот кристальной штуки. Здорово. И опять не задело. Надеюсь, что мы центр управления все-таки здесь найдем. Найдем. О, смотри, она янтарь тащит. Вернее, янтарь, говорю. Ничего себе, они тут дерзкие. Эти жучки. Значит, здесь может быть еще спрятано два тайника. Нужно обратить на это внимание. В прошлой серии я пропустил очень много. Куда ни взглянешь, везде скалы. Да, тут кругом скалы, Лукас, ты прав. Как бы, ты это же сам видишь своими глазами. Значит, в прошлой серии я пропустил очень много тайников. Спасибо всем, кто оставлял комментарии. По ним я пробежался, все собрал, все нормально. Новые устройства уже скоро будут у нас в карманах. Какой ты похож на дрель. Дерзкий чё... Ой-ой-ой, пропилил меня. Какой он крепкий-то. Ну, ё-моё. Вот так вот я. Напоминаю, что в прошлой серии у нас появилась новая способность притягивать противников. Вот такая вот рука, длиннючая. Но прежде, подожди, вот тут... Нет. Но прежде чем воспользоваться этой способностью, тебе напомнить, как она работает, нужно... Вот, наверное, притянем жучка. Давай. Да, плохой пример. И всех жучков просрал. Ладно, забили, проехали. Забудем об этом. Ничего не было. Я... Опаньки, опаньки. Ты это видишь, да? Ну ничего себе. Невидимые колонны. Обалдеть, да? А как я их активировал? Смотри, как прикольно выглядит, когда НЕК за колонной прячется. Смотри, как будто полтела нет, а тень есть, видна ее. Забавно. Короче, я сейчас хочу вернуться обратно. Смотри, смотри, смотри. Ой, янтарчик надо взять. Хочу вернуться обратно, потому что я там видел цветок телепортации, который, возможно, нас к тайнику перенаправит. Где-то он тут был. Кстати, вот лазеечка, смотри. Вот лазеечка. Куда это нас... Вот они, эти цветки, их тут целых два даже. Ну-ка, давай посмотрим, куда нас перенесет. Куда же нас перенесет? Ну, такое себе. Здесь просто опыт. Но, тем не менее, он у нас есть. И у нас два очка таланта, я тебе хочу еще напомнить, и нужно будет что-то прокачать. И давай в нижний цветочек сейчас прыгнем вот сюда. Посмотрим, куда он нас отправит. Вниз. А, почему же я до этого не использовал этот цветок, который был здесь? Ну, хорошо. Тайников тут вроде бы как не было. Давай талант прокачаем. Усиление. Итак, вот эти вот возможности надо прокачивать. Ускорение атаки, и вы будете быстрее наносить мощные удары. Вот, вот это будет полезно. Вкачиваем. Давай проверим мощный удар. Ну да, слушай, намного шустрее стал бить. Это здорово. Возвращаемся к нашим невидимым колоннам. Колёночки. Так, значит... Вот колонна, здесь колонна. И здесь, конечно же, вот. Прикольно, НЕКа не видно. Мне нравится эта штука с невидимыми колоннами. Чтобы их активировать, по ним нужно ударить, но у них есть какое-то время определенное, через которое они исчезают. Ну, становятся невидимыми опять. Вот видишь? Запрыгнули сюда. Тут ничего нет интересного. Вроде бы нет. Вроде бы. Вон там сверху янтарь вижу, смотри. О, а вот и колонны. А вот и колонны. Так, полезли туда. Ага, вот здесь вот вижу. Смотри, жучок. Жучок, жучок, жучок. Здесь вот проходка. Так, а дальше как быть? Я сейчас тут упаду, наверное. Ага, вот. Так. Ну и туда, наверное, может. Отсюда уже спрыгну. Во, получилось. Ух ты, ух ты. Мы вышли из бухты.
Какая классная штука. Глядите, еще платформы. Думаю, здесь все же что-то есть. Но ничего себе, Райдер, как ты мог это профукать вообще? Косячок, однако, за тобой. Ой, и колонны все теперь... Мы активировали какой-то передатчик, который отображает все колонны. Хотя не все. Нет, все колонны отображает он, наверное. То есть они теперь не спрятаны. Так это связи с высшими гоблинами. Да уж, я тоже. Вон там вижу цветок телепортации. А как туда попасть? А как туда попасть? А где еще цветок телепортации? Там опыт есть. Нам сейчас опыт очень нужен. Усиление прокачивать как бы надо. Вот он, цветок телепортации. Уменьшись в размерах, чтобы побыстрее телепортнуться. Вот это нудная штука. Есть? Подсыпки. Жучок внизу. Ай-яй-яй, как мне по жопе зарядом по кристальным-то прилетело. Там жучок внизу улетает. Это не намек ли на тайничок, что можно спрыгнуть? Хотя там вода, я бы не стал туда прыгать. Да, я бы туда, наверное, не прыгнул. Тайников тут вроде бы не видно. Расщелин. Обычно в таких местах прячут тайники в расщелинах. Но вроде ничего не заметно. Пока не видно. Здрасте. Давай-ка я сейчас новую способность заюзаю. Вот эту. Вот так вот. Мои новые навыки. Что общего между тем, что мы видели в лаборатории Урика, и этими невидимыми штуками? В лаборатории мы нашли кучу техники, но не разобрались и в половине. Именно. Я опять невидимую стелу тут нашел. Так, как ее активировать? Ну что, так вот? Смотри-ка, она даже не активируется, но она... Вот она, вот она. Вот. Где-то здесь. Ага. Ага, ага. Ясно. А как мне повыше забраться? Вот еще... Ай, передвигать нужно. Вот сюда, к стеночке, к горочке. И запрыгнем туда. Да, так и нужно было делать. Опля. Вот. Отлично. Вон там, там. Ну туда не допрыгнуть. Туда не допрыгнуть. А, маленьким нужно. Все, я видел, там выступы есть такие для маленького Нека. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Только надо прыгать, наверное, вот с этого выступа. Еее. Дальше не пройти, значит, это просто опыт. Окей. Я-то надеялся на сокровище уже. Должно быть где-то первое сокровище, вот уже где-то рядышком. Либо я его пропустил, как обычно. Это бывает. Ох, как высоко-то. Еще и эти отваливаются. Опасно. Вон вниз. Ну тут по сюжету вниз. Бежим. А, нет, сокровища? Серьезно? Я думал, это по сюжетной линии мы бежим. Значит, первое сокровище мы нашли. Аквамарин будем собирать, да? Потому что деталь телепорта у нас уже имеется. Окей. Спасибо тебе за аквамарин. А куда нам тогда дальше? Вниз прыгать просто? А, вон, смотри, вон Лукас и... Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой опасный жучара. Как тебе насчет вот этих ударов? Нет, его эти удары не пробьют. Его надо жестко лупить, чтобы броню с него сбить. Е-е. Тут никаких тайников больше нету. Хотя навряд ли. Если тут была сокровищница, то еще одной сокровищницы тут не может быть. Логично же, логично. Зачем прятать две сокровищницы в одном месте? Отдай. Это мой янтарь. Камушек можно взять в ручки? Не. Ой-ой, что там происходит? Пойду-ка посмотрю на той стороне. А, там жуки вон. Бурагозят что-то. Е-е-е, мечи. Расчехляем мечи. О, как их долго-то мочить. Мечами. На тебе. Прыжок не удался. Да что ж такое-то? Еще и ты. Убегаем, убегаем, убегаем. Сколько у вас тут? Расплодились. Как будто к зубному зашел в гости. Все, нам наверх. Смотри, телепорт отсюда туда. Зачем? Для чего?
А, тут стенка не видна. Теперь все ясно. Поменьшаемся в размерах. Янтаридзе. Что, тут какая-то тишина, стенки. Опять телепорт нужен. Видимо. Жучок! Промахнулся. Эй, если высшие гоблины умели прятать объекты, может, они могли спрятать и себя? Это объясняет, почему их никто не видел целые века. Кстати, вполне реально. Где-то стеночка, через которую можно пройти. Давай, короче, мы... А, вот, все. Все ясно. И тут, кажется, можно было запрыгнуть. А, тут уже не запрыгнуть. Угу. А здесь можно запрыгнуть? Можно. Если все невидимые стеллы активировать. Так, где-то здесь еще одна стелка должна быть. Стелля, где же ты? Вот это-то видно. А если мы отсюда на нее запрыгнуть попробуем? Не получится. Ладно, короче, забили с этими невидимыми камнями. Фиг знает, как туда залезть. Возможно, где-то тут есть камень. Минуточку. Вот он камень. Вот он. Ага. Значит, ты мне сейчас поможешь. Поставим тебя вот здесь вот. Вот как раз. Запрыгиваем. Ага. И теперь вот сюда. И что же мы видим здесь у нас? Ага. Все круто. Все больше и больше невидимых конструкций. Похоже, мы близко к цели. Так, ну я снизу еще не все проверил, поэтому сейчас не спущусь. Там янтарь вон видел. Да, пойдем сходим его заберем. Жучок, ты мне нужен. О, еще и опыт. Чуть не упустил. Тут вроде бы все. Можно подниматься. Побежали. Ой, не упасть бы тут. Тут все так обваливается. Бези. И не упали даже. На тебе. И тебе тоже на. А, здесь нам... О, что-то даже тут подобрал, слушай. Так. Опять паркурим. Жучок вон там на стенке сидит, смотри. Туда, кажется, можно запрыгнуть. Да? О-хо-хоу! Прикольно. А дальше есть куда-то возможность? Как думаешь? Мне кажется, что там была возможность куда-то еще прыгнуть. Но кто ж его знает куда? Ладно, не буду рисковать. Не очень хочется. Пойдем. У меня еще тем более телепорт перезапускается. Так что... Вот еще тайничок какой-то был. Вон, ретрансляция. А, все понятно, мы сейчас его разобьем. И там, где жучок сидел на невидимой стеле, мы туда и пойдем. И целый город появился, да? Ну нифига себе. У всех на виду. Вы посмотрите. Ух ты. Невероятно. Ну, это не центр управления. Как город гоблинов пережил кристальные войны? Этого не может быть. Похоже, это не просто город. Здесь мы точно найдем зацепки. Пойдем искать, да? Выходит, высшие гоблины скрывались здесь 200 лет. Выжидая момента для мести людям. Ой-ой-ой-ой-ой. Нифига себе. Глава 6, часть 2, потаенный город. Надо быть очень аккуратным, чтоб меня тут не разнесли ядрами. Привет, Росомаха. И тебе тоже привет. Тебе пока. О, тут городские, смотри, гражданские вон сверху. Хватит меня кидать свои всякие приблуды. Ай-яй-яшеньки. Все, я сейчас вас постреляю, давай. Оп, щит не сработал. Так, как я хотел. Бегу. А вот так сработало. Даже попал в одного. Вот вам.
рыночек сломал. Маленький ларочек-морочек пострадал. Я хочу... Я не тебя хочу, я хочу... Ой-ой-ой-ой. Увернулся? Ха, не успел. У тебя был шанс меня ушатать, пока я был мелкий, но ты профукал. Открыть ворота, да, значит? Как мы это сделаем? Где-то тут проходик должен быть. Значит, в прошлой главе, в прошлой части я пропустил один тайник, одно сокровище, поэтому, если ты видел где, пиши в комментариях. Здесь у нас проход есть. Так, можем сюда зайти, да? А пойдем зайдем, там, смотри, они что-то отдыхают, выпивают, кайфуют. Ой, столик что-то разбил. Блин, вот напрягает это, когда ты кого-то лупишь, тебе сзади подходят и начинают тебя кромсать. Иди-ка сюда. Тут уменьшаемся и полезли. Кляночки мешают нам, баночки. Ой, ёпарасоте. А, подожди, это что, мы по сюжету, что ли, пошли? Я думал, тайник. А это не тайник, нифига. Ясно. Крюк вижу. Вон крюк. Да ё-моё, мины эти сраные. Понакидали их тут. А-а-а-а. Так, я сейчас до вас доберусь. И натяну ваши уши. До ног. Будете настоящими эльфами. Ой, какой большой. Ой, какой большой. Я вот сюда пошел. О, здесь как раз сокровище, отлично. Ну. Аквамарин опять. Че, я все устройства, что ли, собрал? Прикинь, походу, я все устройства собрал. Сейчас я еще посмотрю, что там нам не хватает. Нам, по-моему, что-то не хватало. А, нет, да, все, у меня все устройства собраны. Понятно. Понятненько, понятненько. Хопля. Мимо. Обраточка, давай еще разок. Какой у тебя ствол мощный. На машинган похож. Еее. Отбились. Так, нам нужно как-то открыть двери. Для этого нужно... Черт, а это... Для этого нам нужно наверх как-то попасть. Как наверх залезть? Зря я это сделал, походу. Нам понадобится вот эта штука. Вот эта штука. Где бы ее грамотно поставить? Может, крюк опустит? Нет, сюда не залезть. А на крюк я смогу запрыгнуть отсюда? Я мог бы запрыгнуть на крюк вообще легко. Но... О! Вот, отлично. А, и он опускается, да? Ага. Приветики. Пистолетики. У меня-то нет пистолетика. Я тебе по яйцам надаю. Уменьшился такой специально. Как этот. Муравей. Человек-муравей, ё-моё. Ладно, я тебе сейчас захват сделаю. Иди к бабочке. Черт. Отлынул от меня, когда я его потянул. Ну, не страшно. Живем пока. Снова крюк. Угу. Запрыгиваем сюда. Теперь сюда. О! Хотя я с первого раза также мог запрыгнуть, такая же высота была. Но что-то не хотел на это делать. Ой, сколько их там? Как вас там много? Как вас там много? Давай-ка я с вами разберусь. Давайте, стреляйте в меня. А, не камни кидает, я камни, скорее всего, не смогу отбить. Готов? Тогда пошли они в попец. Тянем, потянем и репку сейчас вытянем. Металлическую. Вот открыли ворота. Значит, мы туда ходили. Все еще не верится, что передо мной самый настоящий город высших гоблинов. Не забывай, зачем мы здесь, дядя. А зачем мы здесь? Зачем мы здесь? Еще раз стрельнешь мне? Мне броню надо сбить. Ха, блин, я думал, ему в жопу стрелят. Но нет, так не вышло. Уварнулся, уварнулся, уварнулся. Ай-яй-яй-яй. На тебе.
Ой-ой-ой, поворот. Готов. Поворот. Черт. Готов? Не готов. А вот теперь готов. Гоблоед приз получен. Какое стрёмное название. Гоблоед. Давайте разделимся и попробуем что-то найти. Пока, Нек. Пока. Надо же, наконец-то я один. Значит, могу наверх залезть? Как бы это очевидно, да? Там опыт у нас лежит. Окей. Погнали. Хопля. Кто это в дудку дудит? Хорош дудеть уже. Что там происходит? Смотри, чё, куда ты бежишь? Ты в стенке застрял, что ли? Нифига себе. Горожанин там в стенке прилип. Это поворот. Тут есть проходик. Не, тут тайника даже нет. Скукота. Let's go, let's go. Куда пойдем дальше? Погоди, сюда. Ой, ё-моё, опять ядрами меня посыпают. Да ё-моё. Бежим отсюда скорей. О, жучок. Значит, по стариночке, да? Опять наверх и маленьким ростиком. Опля. Я бегу, 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 а меня никто не видит. Хотя нет, меня запалили, а я бегу, бегу, бегу. Опля. Жучок. Можем наверх заскочить. Наверное, я это и сделаю. Хотя, наверное, не сделаю. Тут есть что-нибудь? А что за... Вот. Через вот это мы сейчас залезем туда наверх. И это не тайник. Это по сюжету нам сюда нужно. Здесь пар есть, очень-очень обжигающий. Надо с ним быть аккуратненьким. Опля. Хоп. Запрыгнули. Ага. Ну, зато проверил, что он реально обжигающий. Этот пар. Пушка! Пушка! Сикасику. Ну-ка, иди сюда. Ща постреляем. И он туда еще постреляем. Щит, 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 щит. Готово. Обожаю турели. О, что-то новенькое, слушай. Ха! То, что в меня ядра посыпало, будем через них прыгать. Есть прорыв. Снова наверх. Мы куда-то прям к небоскребу какому-то вскарабкаемся. Там, видимо, король какой-нибудь сидит. Или не король, а этот. Глава, который правая рука главаря. Уменьшится в росте. Теперь сюда. А, снова пар. А, здесь... Не-не-не, не стой. Хотел, знаешь, это увеличится в размерах, но тут-то никак. Хоп. Тайник. Не забываем, что у нас еще один... О, да тут их целых три. Да уж. Я по-любому пропустил один. Попыточка номер два. Поп-иточка. Опля. Ненавижу вот такие всякие штуки. В виде паров и всего такого. Мы допрыгнем туда? Да, должны допрыгнуть. Какое коварное местечко. Тут можно и грохнуться. Как нефиг делать. Снова мелкашом прыгать. Как только я подбежал, конечно же, они начали стрелять. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Фух. Телепорт меня спас. Как они странно стреляют. Опля. Я видел, что там можно спуститься куда-то вниз и можно наверх запрыгнуть. Типа сюда. Вот опять как бы непонятно, да? А, здесь и смотри. Опыт всего лишь. Тут как бы не всегда очевидно, где тайник, а где сюжетная линия. Ты думаешь, куда бы пойти, направо или налево? Идешь направо, а там сюжет. И ты такой, да ё-моё. Вот такое частенько бывает.
Я бегу, 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 а меня... Гражданские камни в меня кидают. Негодники. Защищают свой город. Как могут. А тут ядра меня посыпают, да? Это не очень здорово. Но, по крайней мере, можно поиграть в игру «Увернись от горячей картошки». Но вот за то, что вы в меня попадаете, я поломаю здесь ваши ларьки. Снова гражданские. Но они мне ничего... А, нет, они все равно там кидаются. Они все равно кидаются. Как бы, что бы им не кидаться, да? Пришел к ним тут порядки устраивать свои. Гоблины, гоблины. Выкусил. Так, нам сюда нужно в дворик заскочить. Тут вроде больше ничего интересного. Ну чё, пацаны, повеселимся? Фиговенько без брони, да, дружок? Мимо. Ой-ой-ой, как ты быстро бьёшь-то. Таким большим мечом. Тут вроде всё. Тайников нету. Снова ларьки-марьки. Тайников не вижу. Хотя, может, наверх сюда как-то запрыгнуть можно было бы. Вау, валите, бегите, щемитесь. Одного гоблина забыли. Не могли бы вы сказать мне, где ваш лидер? От страху упизался. Так. Но получается, мы сейчас все равно в хоромы будем их царски заходить, да? Вон там чувак с дудкой был, слушай. Чувак с дудкой. Да отбей же ты, Нек, уже. Что-нибудь отбей. Во. Во. Давай еще раз стрельни. Готов. Теперь можно на ту сторону. Такой дерзкий типок, до последнего в меня стрелял. Смотри, наверх. А, все, наверх нам не надо. Уменьшаемся в размерах, побежали вниз. Сокровище. Сокровище. Походу, это третье сокровище. Тут рубин. Рубин, рубин, рубин. Еще чуть-чуть осталось. Слушай, 8 рубинов, и у нас будет рубиновый нек. Это же обалденно. Это просто сказка будет. Значит, куда нам нужно идти теперь? Куда, куда, куда? Наверное, сюда. Ага, точно. Это какой был? Да. Второй тайник я пропустил где-то. Оп-на. О, неуязвимость. Давай возьмем. Сейчас неуязвимость кончится, а мне надо вот это ушатать. Всех ушатал. Отлично. Отлично, хорошо, идем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Со своим машинганом. Еее. Снова янтарь. Желательно побольше мне бы янтаря встречалось здесь. Я к чему-то даже не успеваю добежать, а на сома рушится от того, что я такой большой. Наверх. А вот и лидер. Нормальненько мне так досталось. И в самое начало улетел. Поднять мосты и закрыть ворота! Просто выдворил меня из города. Одной правой. Возможно, люди нас нашли. Но с древним оружием нам нечего бояться. Да, у нас есть оружие, но нельзя недооценивать монстра. Когда он вернется, мы будем готовы. Как я ненавижу гоблинов. Дружок, я с тобой солидарен. Эпик пошел.
Сейчас будем карабкаться по стенам. О-хо-хо-хо-хо. Ребятки, не бегите ко мне. Вы сейчас офигеете. О, еще пупковый удар будет. Е-е-е. Ну что, Нек, давай по новой. Опять скарабкаемся наверх. Глава шестая, часть третья, во второй раз повезет. Мне вот иногда с третьего раза везет. Надеюсь, что, Нек, ты поудачливее в этом плане. И со второго раза нам реально свезет. Так, пуповый удар. Хопла. Уворот. Хопла. Уворот. Не увернулся. Не сумел. А ну-ка, упали все со своих высоток. КППшек. Готов. Чего вы тут все щемитесь? Ну ладно, мирных мы не трогаем. Кто в меня стреляет, вот этих трогаем. Есть. Надеюсь, что тут нет тайников. Он тут вполне мог бы где-нибудь затеряться. Столько всего. Пока искал тайник, разрушил все ларьки, их местный рынок. Какой ужасный. Парни, может хватит уже? Смотрите, какой большой, просто бегите от меня. Он все равно не спрятаться. Так, здорово, мужики. Блин, он опять от страха кокнулся сам. Там их двое было. Прыжок, прыжок, прыжок. Тут есть что интересного? Ой, надо бежать, тут ядра. Снова вниз. Дайте мне, пожалуйста, сколько здесь тайников у нас? Два. Здесь два тайника. Наверное, это даже к лучшему. Успел запрыгнуть. Ха-ха-ха. Нек, ну ударь ты его уже. Вот и все. Делов-то. На 3 секунды. Снова этот пар, который я в этот раз очень быстро пробежал. Не зря. На то, что я не был маленьким. Маленьким, конечно, вот эти паровые штуки пробегать тяжеловато. Иди сюда. Снова подойди ко мне. Сколько у вас там снарядов, ребятки? Как вам такое? Град ударов. Е-е-е. Привет, пупсики. Отдыхали тут, да? Развлекались? А тут я такой в коварный большой вбегаю. Вот, смотри, тайник есть. А, там опыт. Там всего лишь опыт. Где я потерялся-то? В своих реликтах затерялся. Теперь наверх. Валим, валим, валим. Там лучников, смотри, сколько. Там их вообще дофига. Снова рынок. У вас так много рынков, ребят. Вы так любите торговать, что ли? Есть. Рынок надо разнести. Обожаю крушить. Как Халк. Так, нам вот сюда надо запрыгнуть. Пойдем, насуем стрелы в обраточку. Есть. Тут нет случайно тайников. И запрыгиваем наверх. Есть кто-то? Я уже настолько здоровый, что могу, в принципе, открыть вот эти двери, как мне кажется. Своими руками. Да? Да. Этот парень заплатит нам за все. Ну, вообще, он заплатит тебе за то, что он тебя вышвырнул из города. Опля. Но он такой здоровый, там огромный робот на самом-то деле.
Поэтому я даже не знаю, я сейчас достаточно отожрался, чтобы с ним зафайтиться. Так, вот здесь вот уменьшиться нужно нам. Есть. Поехали наверх. А, тут вон какая фигня. Я ж тяжелый, она началась опускаться. Эта платформа. Здесь тоже будет опускаться. Но когда я маленький, она не опускается. Это хорошо. Там есть какой-нибудь тайник? А, ничего там нету. Даже не дали мне пупковый удар сделать. Как вы быстро стреляете из своих пуколок. Я достаточно высоко. О, граммалтины вышли. Ржавые. Но это они их оживили, 100% гоблины. Вход пошло, что побольше. Ну чё, пупсики. Даже негодники. Вот что я хотел сделать с вами. Но что-то как-то это плохо выходит. О, как они вдвоем-то, смотри, дубясят своими электрическими молотками. А, мимо. Мимо. Будет немножечко сложновато, конечно. Сейчас вначале надо с мелкашами разобраться. Один готов. Теперь твоя очередь. Ту-ту-ру-ту-ту-ту. Когда у тебя уже закончится энергия? А вот и закончилось. Блин, даже град ударов его не остановил. Он все равно меня умудрился ударить. Ой, еще один. И еще один. Погоди, надо вон в ту сторону сбегать, посмотреть, нет ли тут ничего. А, ничего нету. Даже как-то, знаешь, и не хочется сокровищ искать, потому что устройства закончились. Они, наверное, устройства в следующих главах появятся. Новые. На данном этапе, типа, я все собрал. Надо немножечко подождать. Да ё-моё, ой-ой-ой, как они меня тут со всех сторон-то. Вот так вот. Вон там, вижу, проходик. Ну, пойдем, начнем сюда. Увеличится в размерах? О-хо-хо! Вот это я появился. Из коробочки. Сюрприз! Вот здесь вот, смотри, есть что-то тайничковое такое. Такое место интересное. Могли бы сюда и сокровища запихать. Ну все, теперь только наверх. Вы меня там ждете, встречаете? Лучник меня тут ждет. О, и еще и неуязвимость. Все, вам крыльдец. Быстренько. С неуязвимостью, конечно, вообще разлетаются они тут махонько. Че, куда мне? Двери надо открыть какие-то? Нет. А, вот здесь вот проход есть, ага. Снова по платформам. Ой, погоди, усиление появилось. Давай прокачаем. Значит, что будем качать следующее? Таран. Уклонение с тараном. О, классная штука. Вы будете наносить урон противникам, с которым столкнетесь в ходе уклонения. Ускорение атаки. Это пупковый удар. Вы сможете быстрее наносить удар телом. Угу. И вот это что... Вы сможете быстрее наносить удар ногой в прыжке. Так, ну, наверное, давай ускоренный пупковый удар сделаем. Все, все таланты туда вкачались. Теперь я мега быстрый пупковые удары умею делать. Оп. Ну давай, запрыгивай, запрыгивай. Че ты не можешь запрыгнуть-то сюда? Ему достойную встречу. Все бойцы собраны. Знакомое лицо. Высочайший. Видишь? Да ладно, он высочайший. Не так трудно это сказать. И почему совет назначил старейшиной тебя? Это мое место. Ты не высший гоблин, Гандахар.
Это безумие! Кто же снабдил тебя оружием? Твой мундир, что ли? Машины создали мои предки, а не твои! Ха! Вы два века прятались в тени. Единственный, кто поможет высшим гоблинам отомстить, это я. Готовьтесь, он идет! Огонь! Да, Кандахар, конечно, не угомонился. Глава 6, часть 4, боевые порядки. Пупковый удар, пришло твое время. Давай шустрее. Надо больше пупкового удара. Как я их тут разношу? Хоба, кунг-фу. Иди к папочке. Готов. Ну, с мелочью тут фигня осталась разобраться. Че это ты тут в уголке стоишь? Даже не трясешься. Блин, эти снаряды меня просто... О, здорово, Лукас. Как дела? Что-нибудь расскажешь? Ага, сюда нам. Приветики. Вы меня видите, да? Ну да, они меня видят. Оу, нифига себе. Сломя голову, тут не надо бежать, тут нужно подумать. Смотри, он смотрит, ищет меня. Меня не видит. Ушел. Все, теперь я могу пробежать, да? Вон тут что придумали. Разработчики. Так, я, наверное, здесь побегу. А, нет, там их двое ходят. Даже не знаю, куда лучше-то. Ой, сюда, наверное. И он здесь идет. Но он не смотрит. А вот теперь смотрит. Я здесь прячусь. Он на меня смотрел, я на него смотрел, но вроде пробежал. Опля. Фух. Смогли пробежать. Реликтики, вернитесь ко мне обратно. Ох-ох-ох-ох-ох. Ну давай, покажи, на что ты способен. В своем танке. Ой-ой-ой-ой, раздробить меня хочет, смотри-ка, хитрец. Все, готов один. Давай, бери его, Нек, бери. Кидай сюда. Чего мы здесь имеем, собственно? А ну пошел оттуда. Что у нас тут есть? Отсоединили вот эту штуку с электрическим током. Можно куда-то... Вон, там рубильник вижу, может туда запрыгнуть. Сейчас, наверное, это и сделаем. А, так саму вот эту платформу и двигать это ей нужно. Давай. Опля. Нет, вон туда, поставь ее, да. Я вначале даже не обратил внимания, у нее вон ручка-то поручень есть, я даже не обратил на это внимания, что, типа, можешь дергать ее. Не, это я зря сделал. Давай, дергай. Открыли замочки. Сейчас еще в другую сторону сбегаем, посмотрим, что там. А, золотой жук. Нифига себе, сколько тут опыта. И сундук с опытом, и золотой жук с опытом. Вау. Так, теперь мне нужно, наверное, подвинуть в другую сторону, да? Там рычаг, который откроет двери. А, нет. Слушай. Ну, я, тем не менее, все равно сюда подвину. А, не нужно было сюда двигать. Я ручками открою. А, нет, нужно было двигать. Черт. Тащим дальше. Сейчас я в другую сторону еще сбегаю. Посмотрю, нет ли там чего интересного. Там сверху уже гоблины. Забираем янтарь весь. Есть что тут? Есть проходик где-нибудь? Нет, ничего тут нет. Сейчас будет очень опасно. Я пока маленький, они меня могут с одного выстрела вынести. Поэтому надо быть очень аккуратным. Но пока они даже меня не запалили. Здорово, парни. Всех размотаю. А, ну там это...
мирные или это военные там стоят, я не понимаю. Попочек, давай в дело, погнали. Ну, вдарь ты ему уже. О, там танки еще. Там танки. Мимо. Не дали мне сделать апперкот. Получай. Еще танки есть? О, наверх туда давай кинем. Вот и все. Значит, куда... О, я вижу, куда можно пролезть. Вон, вон туда, вон туда, вон туда. Надо подвинуть вот эту штуку. Сейчас мы... А, ну туда по сюжету надо. Я-то думал, там тайник. Хотя, зачем подвинуть вот сюда можно? Смотри, там вон тайник. Вон в той стороне. Или там проход по сюжету. Где может быть проход по сюжету, как думаешь? Сейчас залезу, гляну. Туда или сюда? Туда или сюда? А, здесь, наверное, по сюжету все-таки проход. Давай-ка туда откатим. Мое первое сокровище, походу. Да, это сокровищница. И что же, что? Ну тут рубин, скорее всего, или аквамарин, либо топаз. Аквамарин. Но я бы, конечно, рубин взял. Вон, Дирк нам рубин дает. Его и возьмем. Еще чуть-чуть, мы очень близки к рубиновому Неку. Это круто. Ну все, теперь можно и здесь вот это ломать и идти дальше. Тесновато, конечно, мне тут. Но что поделать. Ох, вот это, конечно, эпично. Это классно смотрелось сейчас. Где битва с боссом-то? Босс-то где? Ждите меня здесь. Так сказал уважительно, ждите меня здесь. Навык к нему обращается. Но к сопернику всегда нужно быть уважительным. Черт, 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 черт. Он меня сейчас задавит. Готов. Как сюда танк вообще заехал? Непонятно. Так, все мирные разбежались. А все мирные подавились быстро. Блин, я думал, вот этих вот просто пройтись по ним можно, но нет, не получается так. Прыжок. А, нет, не прыжок. Он ответит за все. Как это страшно звучит, когда ты дергаешь мост. Это, если что, шутка была. Ну, приветики. Я сам разберусь с высочайшей. Погоди, Ротари. Включи звук. Привет, Нек. Гандахар. Кто же еще? Я думал, что давно с тобой разобрался. Умом ты никогда не отличался, Нек. Готовься к смерти. Последний, кого ты услышишь, буду я. Нет, это буду я. Вы там уж определитесь, кто там меня разобьет, кто не разобьет. Тебе подойди? Подойти поближе, да, к тебе? На тебе. Мощные кулачки у тебя, слушай, дружок. Ну хватит уже отпрыгивать-то. О, янтарчик есть. Пропустил. А, нет, я пропустил. Слабак, прямо как твои хозяева люди. Вот за людей ты, конечно, сейчас отхватишь. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Реликтики, соберитесь. Соберитесь. Блин. Он этот. Самбист какой-то.
На. А можно тебя притянуть? Не, он отпрыгивает, притянуть не получится. Янтарь тогда возьмем. Но он шустрый, конечно, ничего не скажешь. Блин, хочешь его ударить, он начинает тоже тебя лупить. Так, надо уворачиваться, 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 Найк, уворачивайся, уворачивайся. Так, два удара он делает. Ты уворачиваешься, он делает два удара. Все понятно. Получи. Сейчас удар будет, ага. Вот так вот тебе. Еще удар. Вот, я просек его фишки. Да ты такой настойчивый. Куда это ты попрыгал? Я всех твоих уже разлупил. Открой ворота-то. Я к тебе поднимусь. На тебе. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, их можно ломать, да? Хорошо, все тогда сломаем. Вот, отлично. Ворот. Не успеешь. А, нет, успел. Негодяй. Ой-о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 й. Так, надо подождать. Надо подождать, восстановиться. Восстановиться. Да японский городовой. Восстанавливаемся. Хватит кидать уже. Я иду, иду, иду. Отлично. Здесь у нас отличный полигончик подраться с тобой. Рассмешил ты меня, конечно, и мои реликтики. А может камни ловить и обратно ему кидать? Не, не получится, наверное, так. А давай колонну просто обрушим вот эту. Блин, Нек, ну давай, 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 давай. Рост. Не задался. О! Давай, дубась его. Дубась его. Сейчас настанет твой конец. Ой-ой-ой, электричество пошло. О, можно кинуть. Блин, но в него нельзя было кинуть. Можно было в колонну только кинуть. Вот и все, упал. Упал, пупсик. Нек, вставай, ё-моё. Хватит лежать. О, электричество. Успели вернуться. Удар. Опять по два раза бьет. Высшие гоблины возвысятся снова! Значок Ротари. Приз получен. Какой он маленький. Где бы ты ни был, Гандахар, я иду за тобой. Старейшины, соберитесь! Поражение Ротари ничего не значит! А вот, собственно, и сам Гандахар. Вот ты где. Как дела? Лучше. У меня новые друзья. И я осознал, что могу помочь им разобраться с людьми. Как? Убивая и круша? Оказалось, что центр управления нетрудно починить, чтобы пробудить древнее оружие. Так это был ты. Оружие. Музей. Тот артефакт. Чего ты хочешь, Гандахар? Артефакт! Если я тебе все расскажу, то испорчу сюрприз. Но будь уверен, вам это очень не понравится. Вот уж не сомневаюсь. Тебе конец! Конечно, так он и стоял тут. Не боясь Нека. О,
ты же не думал, что я правда здесь, Нек? Ха-ха-ха, это было бы глупо. Если хочешь встречи, найди центр управления, где бы он ни был. Где же он? Это хороший вопрос. Гандахар в центре управления? Да. И он сказал, что хочет завладеть этой штукой. Он не высший гоблин. Мы можем его одолеть. Ксандер и я соберем. Эва, ты себе даже не представляешь, на что способен этот злодей. Если он взялся за древнее оружие... Значит, скоро возьмется за титанов. Насколько они опасны? Помнишь роботов, которых ты побил? Да. Они такие же, только... больше. Уверен, Нек справится. В смысле, намного больше. Может, нам стоит взглянуть? Обезвредим отключенное оружие, пока Гандахар его не взял. Райдер. Я понял. Нужны титаны. А это как раз по моей части. Эва, возьми с собой отряд. Лукас, пока вас с Райдером нет, не пора ли позволить эксперту взглянуть на артефакт? М? Позволишь? Я рад, что ты наконец-то серьезен. Что, серьезен? А знаете, вы правы. Да, мне абсолютно точно надо быть серьезнее. Возьмите, Ксандер. Я думаю, лучшего эксперта нам все равно не найти. Пошли. Ксандер прифигел аж. Выемка. Свалка титанов. Это здесь. Здесь Мариус одержал победу и закончил кристальные войны. А там титаны. Ты был прав, Райдер. Они огромные. По крайней мере, гоблинов не видно. Пусть так и будет. С языка снял, Нек. Хейл, как будем на месте, разделяемся и ищем. Увидимся на той стороне. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить Привет. Лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан. А мы с тобой увидимся в следующем ролике. Так что до встречи.